Саудовская Аравия предоставила рекордную за 14 лет скидку на черное золото для стран Азии. Так, подконтрольное государство компании Saudi Arabian Oil спустила стоимость сорта нефти Arab Light на 90 центов за баррель. По мнению аналитиков, это сделано для того, чтобы сохранить свои позиции на рынках быстро развивающихся стран. Одновременно стоимость барреля нефти повысилась для стран Европы и США на 15 центов.